Добрый еще всем денежка. С вами Татьяна. Мы находимся в Рижском микрорайоне, вот смотрите, на улице Балтас-Базница. И сегодня никуда не пойдем, поскольку стою я здесь и жду человечка одного. Вот решила показать вам, что тут у нас происходит. Если дальше вот по этой улице идти, по Балтас-Базница, мы дойдем до берега реки Даугава. А слева будет, вернее справа, будет лютеранская церковь. Ну, мы туда не пойдем. Я вам покажу, что здесь у нас. Вот это у нас 110-й детский сад. Когда я была маленькая, я его тоже посещала. Вот. А здесь, перед детским садом, вот на этой зеленой площадке, еще когда я была маленькая, начали строить дом. Но его так и не достроили. И вот этот недострой стоял здесь, не знаю, лет 20, наверное. И вот недавно его убрали. А вот там у нас, как вы понимаете, автобусная остановка. Двойка как раз приехала. Устанавливается 2-й, 24-й, 29-й и 58-й автобус. Вот. А стою около магазина Лего. Здесь вот есть ломбард и есть банкомат Сбербанка. Вот такой вот здесь вход. Вот мебельный салон на втором этаже. И много еще чего всего. Всякого интересного. Вот. Сегодня, кстати, у нас 30 декабря. Очень видно, правда, что декабрь. Прямо снега. Кругом много. Вон, 29-й приехал. Вот. Ну что, буду заканчивать наше видео. Кому понравилось, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на канал. А главное, помните, что я вас всех очень люблю. Всем пока. До следующих видео.